И около той ярки впереди встречаемся. Да. Я приглашу автобус, который у нас там именно заберет. Это нас не очень интересует. Митрополита Московского Алексия. С левой стороны начинается главная улица города, пешеходная, очень красивая, большая Покровка.
А мы едем вдоль стен Нижегородского Кремля, где в конце 18 века устали убирать постепенно торг, и появился по приказу Екатерины II вот этот край 17 века, и стены Нижегородского Кремля, и улица Рождественская. Пошла параллельно реке Волга, очень красивая улица, на которой сохранилась и Осетр. Вот какая чистая вода была в этой реке, и особые садки были для этих рыб. С левой стороны купец Рукавишников, доходный дом, и единственный человек, самый богатый конца 19 века, который жил в этом, на этой громкоголосой улице, это купец Николай Александрович Бугров. С левой стороны вы видите его дома. Дорогие друзья, я думаю, что вам фабрика «Ариэль» очень даже запомнится. И в Новый год вы будете вспоминать. Толстой, флаг навигации над главной мачтой поднят.